уже традиционно у нас на стыке ноября и декабря стартует Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии». Старт фестиваля состоится 1 декабря, то есть сегодня церемония зажжения новогодней елки на главных площадях столицы. О красочном мероприятии и о работе театра юного зрителя нам расскажут наши гости. Это Марина Валерьевна Корнилова, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, и Денислам Тутаев, режиссер театра юного зрителя. Доброе утро, уважаемые гости. Марина Валерьевна, ну для начала расскажите о работе театра, о гастролях, которые прошли вот буквально перед Новым годом. Да, доброе утро. Мы буквально вот на днях приехали с больших гастролей, с двух фестивалей. Сначала мы побывали в городе Чебоксары, это Чувашия, столица Чувашии. Там прошел фестиваль «Сказочная палитра». Это межрегиональный фестиваль среди молодежных театров и тюзов. Там участвовали такие театры из Казани, Татарстана, Уфы, Башкортостана. В общей сложности 8 коллективов. Угу. Членами жюри, в составе жюри были известные театральные критики. Председателем жюри была Ирина Григорьевна Мягкова. Это очень известный театральный критик. Мы выступили со сказкой, со спектаклем «Камень счастья» по легендам народов Севера. Режиссер, наш главный режиссер Титигиров Александр Васильевич, заслуженный деятель искусств республики, художник Прасковья Павлова, наш главный художник, отличник культуры. И это вот он участвовал на фестивале. И вне участия мы выступили со спектаклем «Король умирает». Это по пьесе Эжена Ионеско, режиссер Карл Сергучев. В главной роли наш художественный руководитель Алексей Прокопьевич Павлов, народный артист республики. Наши спектакли прошли с очень большим успехом. И на закрытии нам вручили статуэтку, лучшая сценография. Это очень было волнительно, очень радостно. Художник Прасковья Павлова получила вот такую вот мою статуэтку. Диплом – это вот чувашский узор в виде сердечка. И на закрытии, на заключительном концерте у нас выступила наша артистка, отличник культуры Мира Охлопкова с этно-рок-песней с элементами тоюк, лгах. Этим она поразила и жюри, и зрителей. И, ну, в общем, Чебоксары – это старинный город. Да, о них можно говорить много, но у нас буквально Новый год. Сегодня мероприятие какое стартует, Денислам? Вот расскажите, где, когда, что ожидать? Здравствуйте всем. Сегодня в 16:00 на площади Ленина будет зажжение у главной елки Республики Саха-Якутия. Будут актеры театра юного зрителя, они будут как аниматоры. Будет символом грядущего года «Желтая собака». Будет «Ол-3» от Деда Мороза. Наш Дед Мороз якутского Чесхан, и Устюга Дед Мороз, русский Дед Мороз. И наш гость из Татарстана Ол-Кыш-Бабай будет. Зажжение елки, потом хоровод, будет весело, всех приглашаем. И будет танцы от театра, танца имени Сергея Зверева, будет весело. Будет действительно весело, зажигательно. Театры очень постарались и подготовили нам наверняка очень интересное представление. Да. Что обязательно всех зовем. Спасибо, что пришли к нам этим утром. Мы приглашаем всех телезрителей сегодня в 16:00 на главную площадь нашей столицы на зажжение новогодней елки.